Қазар шыр пырқыты өңкті доны бұн фешті, алвыршты, фалдықт балышты. Салдыр көрі иражыма арзуын футболыш сағат ерештоны сарджеті шағышы бафтытта. Яхошы қыгдар байев той рахишваршы мары доны районты. Овгы қадырышты ғрасы дөттір ефашты үжеті юваршқон намарсы дүшті. Сарджеті қазыдар тұққауы хиқару тәй арқайын. Алханын арышта донар мәжеті. Шауавыр тұққай разыр той науаз қашчетін. Осыпался этот потолок. Естественно, дожди идут достаточно сильные и заливают, как в первый же день. Валахи же он же сарджета норма архайн стахчиндам гайфашти учета айу варшканынал. Кади тирина сару валлагу алазаджа. Яфати рина тима абарга етіндар қыгдар дырсад. Хазар шарны пырх. Нырбоны қадив дзинат табинон таташ бауазанс. Ахушма ирина бахатыт бешлан администрациема. Уже за свои деньги закупили весь материал. Сегодня должны были приехать сделать. Вот сегодня администрация нам привезли, его начинают делать крышу. Людмила Стреченко, Хушманин Калмакаш, Ефатир Доны Бенфасиш, Шылгой Маджехи Бакудары Штаду Нармаджеты Алханын, Харстан Бафтат Адай Маджекуштыр. Уйдар Бинун Танашлам наши штат. Там на чердаке уже что намастерила. Что могла, то намастерила, чтобы не протекло в комнату. Что оставалось сделать? И я вынуждена была пойти за свой счет купить. Тарковда Виркал Салмафа Сейшайта, лифта электрон варты Шармасары, Тазн Райдетта, Тилтам Дон Хацакотта, Амафажда Кан Райдеттой, Сарджита Шаранзина Дравды, что и Вайтахт электрон Тахахушин Коттой, Фалатаул Жанзина Танафешта, а на лифте Асаргада Манжину Аллагу Алазгу Темхижин, Сарджита лифт Салса Канан Хихару Тейбакут. Начали собирать деньги за свой счет. Собрали деньги, купили профнастил, наняли рабочих и этот... Накрыли. Только накрыли, нам привезли шифер. Но так как у нас там профнастил, нам шифер не шел. И мы поэтому сделали профнастил. Рахишварш района в Жарбоны қады Ахоши Қыгдарбаевту үртінбіруала азыгон, ама Сапоршада Фанзай Хихазары. Администрация Хошсуқ Бинонты Фашмарбала. Вот Фацак фонс боны байваршту и сапармин фонс шада шиферы. В связи с тем, что в бюджете района не было средств на восстановление, на ликвидацию чрезвычайной ситуации, нами было направлено письмо в правительство республики с просьбой оказать финансовую помощь району. На прошлой неделе нам была оказана финансовая помощь, была подключена подрядная организация к восстановлению кровель многоквартирных домов. А в Жарбоны қады фашти учеті айваршканыны күштіті фонд кәнін сғаштықдар рыштық фауын. Кажаты Зарина, Гатакты Сабина, Шуанты Алан, Ирштон Хабырты.